Работы по ремонту дорог в Расторгуеве закончились около месяца назад. Летом здесь меняли дорожное полотно на улице Героя России Тинькова и Петровском проезде. Завозили асфальт, работал асфальтоукладчик и комплект катков. 3 единицы катка. По протяженности обе улицы занимают около 1,5 километров. На все работы ушло 11 миллионов рублей. На Петровском проезде провели фрезерование дорожного полотна и укладку нового. Также здесь установили бордюрный камень и нанесли разметку. Помимо обновленного асфальта на улице появились и удобные пешеходные дорожки. Для проверки качества выполненных работ с депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа Валерием Черниковым и генеральным директором МБУ «Дорсервис» Александром Митрякиным встретился депутат Московской областной думы Владимир Жук. Ответы на возникшие в ходе осмотра вопросы давал подрядчик, проводивший работы на территории. На всех этапах мы приезжаем, смотрим. И сейчас вот посмотрели те участки, которые уже сданы. Часть из них как бы без проблем. На некоторых участках есть замечания. Они устранены и устраняются. Я уверен, что в течение там нескольких дней полностью эти вот недостатки, которые были выявлены в процессе экспертизы, мы их больше не увидим. Обновление дорог в муниципалитете проводится по государственной программе «Дороги Подмосковья». В Ленинском городском округе были отремонтированы 18 участков, 14 из которых с привлечением софинансирования из областного бюджета. Александр Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.